В Московском доме композиторов 20 октября состоится встреча с египетским композитором Георгием Кирилсом. Он познакомит слушателей с 2000-летней историей коптских христианских гимнов, сообщает сайт «Церковный композитор». Коптская гимническая традиция, происходящая от апостола Марка, сохранила черты библейской, древнееврейской музыки и древнеегипетских напевов, устно передававшихся с времен фараонов. Известно, что некоторые из этих гимнов носят имена древних египетских городов, которые исчезли с лица земли. Много лет назад, например, Сингари, гимн который представляет собой название египетского города в северной части дельты Нила, известного со времен Рамзеса II. Гимн под названием Эдриби, который повторяется много раз в Страстную неделю, назван в честь города Атриби, который находился к северу от современного Бенха и имел некогда собор с 12 пределами, сообщает сайт. Считается, что апостол Марк, основавший коптскую церковь, составил первую в истории христианства литургию, и многие литургические гимны сохраняются с того времени. Закончив написание Евангелия, апостол Марк удалился в Египет и в Александрии положил начало христианскому училищу, из которого впоследствии вышли такие отцы и учители церкви, как Климент Александрийский, Дионисий Ареопагит, святитель Григорий Чудотворец и другие. С новостями культуры вас познакомит Жанна Мамилова.